Всем привет! Вы на канале Valdis Life, и с вами снова я, Valdis. И как мы уже успели заметить, на улице наступила осень. Время слез и всего остального, чем вы так любите заниматься осенью. К чему я это все говорю? К тому, что вместе с приходом осени появились и осенние дожди. И специально для своих зрителей я покопался в интернете и поискал такие осенние лайфхаки, которые, собственно говоря, я и хочу сегодня проверить. Так что оставайся на моем канале, готовь чаек, ну и погнали! Первый лайфхак мне показался настолько необычным, что я сразу же захотел его проверить. А выглядит он примерно так. Настало время проверить этот лайфхак. И как уже все видели в лайфхаке, нам понадобится свечка обычная, парафиновая, ну, такая же, как в лайфхаке, ничего особенного в ней нет. Стоит она, я не знаю, рублей 10. Дальше нам потребуется фен. Нам же надо чем-то его нагревать. Фен у меня только у жены. Зай, отдай, пожалуйста, фен! Нет! Ну, без фена-то никак. Ладно, возьму просто так. Фен. Об арбалетке я даже спрашивать не стану, потому что все равно не разрешит. И также нам понадобится резервуар с водой. Ну все, начнем. Для начала нам нужно свечкой натереть нос. Весь натирать не буду, потому что опасно. Я до конца не верю этому лайфхаку все равно. Ну теперь плавим парафин. Как-то это надо сделать. Слушайте, но я не ожидал, что он так прям исчезнет, и его как будто и нету здесь. Интересно. Давайте и второй тогда. Жена обрадуется, скажет, балетки не промокают у нее. Подругам похвастаться. Ну ладно, рано радуемся, мы еще не проверили, так ли они на самом деле не промокают, как на этом видео. Или все-таки тут есть какой-то подвох. Слушайте, ребят, ну на первом этапе, да, вот этого вот плавки этого парафина на обуви я... уже удивлен, что он вот так вот прям, балетка как новая, прям как будто вот с магазина. Но теперь момент истины. И барабанная дробь. Работает. Смотри, вообще. А вот пятку мы не мазали. Она остается мокрой. Да, ну! С нее как с гуся вода. Блин, ну это действительно годный лайфхак, только, конечно, я его не проверял на своих кроссовках. Я думаю, можно проверить. Эти понятно, они плотненькие, они без всяких сеточек, вентиляционных мест, куда может вода затечь. А что если взять с кроссовки, на которых есть сетка? Давайте проверим это. Так, ребят, смотрите, вот кроссовок в сетку. Он сетчатый, я сегодня ходил по улице, он грязный, все, ни постанова, ни подстава. Кстати, у меня кроссовки уже дрявые, мне новые пора. Ну вот смотрите, вот такие белые кроссовки. Ребят, я бы перемазал всю свою обувь вот таким образом, потому что она тупо даже выглядит новее после этого. Как новые, смотри, стали. Ну давай, момент X теперь. Здесь ткань, вот дырочки есть. Ну погнали. Ha ha ha!
кроссовки в сетку. Ну нет, нет, с кроссовочками в сеточку такой вариант не прокатит. Ну я имею в виду летние кроссовки, любая летняя обувь. Не делайте, не будет такого эффекта. А вот любую замшу можете не бояться, смело пробуйте, наносите, плавьте и не мокните, мои друзья. Следующий лайфхак не поддается никакому объяснению. А если и поддается, то я его точно объяснить не смогу. Смотрим. Нет, вы это видели? Она просто после того, как обожглась, нанесла зубную пасту и просто стерла, и ожога не было. Я в это лично, я не верю никак, вообще никаким образом. А единственный способ этому поверить, проверить на себе. Да, друзья мои дорогие, проверить на себе. На что я только не иду ради вас, дорогие мои друзья. Ну что, приступим к проверке этого лайфхака. И для этого, как вы уже успели заметить, у меня есть вот такая плоечка, и я ей должен каким-то образом обжечься. Но для начала ее надо включить. На 160 градусов. Пойдет? Может, на максимум сразу, чтобы как ошпарило. Так, смотрим. Я бы на ней, наверное, бекон бы жарил просто, и все. Бекон. Говорю, бекон на нем бы жарил. Хоть бы раз бекон бы домой купили, да? Бля. Как это? Ну слушай, уже покраснение есть. Ну давай, для эффекта еще чуть-чуть. Ну не знаю, по-моему, достаточно уже. Ну теперь точно хватит, бля. Больной ублюдок! А не, херня. Давай по новой. Снимай другую руку сейчас. Не, ну тут, ну, реально красно. Ну, намажем две. Вот белая, вот нету ничего. Блядь, зачем я это делаю, блядь? Чтобы вы потом пользовались все. Очень сильно жгет, потому что я, походу, передержал. Ну вот, вот покраснение, я не знаю, если будет видно. Вот, вот аж полоса. Значит, такая вот тема. Берем пасту, как показывают на видео. Опять же, лайфхакеры вот, ну, не указывают, сколько держать. Вообще, не знаю, минут, секунд, может быть. Пока все равно щиплет, но полегче. Полегче себя я чувствую. Кстати, вот здесь тоже покраснение, вот его тоже можно помазать. Не знаю, ну, за счет того, что зубная паста мятная, она дает такой как бы охлаждающий эффект. Ну и вроде как становится легче. Но сколько вот его держать, я не знаю. Подержали некоторое время. И сейчас будем, конечно же, смотреть, что получилось. Ну, чтобы, наверное, стереть, мне нужна будет какая-нибудь салфетка. Да, дайте там салфетку кто-нибудь. Ну, что-то... Да, вот здесь вот сильный был ожог. Ребят, я не знаю, кто, при каких обстоятельствах придумывает эти лайфхаки, но вы все сами видели. Так что никакая зубная паста ни от каких ожогов вас не спасет. Поэтому просто будьте аккуратнее, не обжигайте руки, ноги. Вообще, будьте по жизни аккуратнее. На этом, я не знаю, это счастливая нота или не очень, но я хочу закончить, подвести итоги. Первый лайфхак
работает. Вот. Можно ли сказать, что на 100%? Я не знаю. Но он только не работает с обувью, которая летняя, которая в сетку. Потому что там сетка, и в эту сетку просто заливается вода. В остальном этот лайфхак идеальный. Что касается второго лайфхака. Сами все прекрасно видите. И кто говорит, что это как-то помогает, то я думаю, что они будут глубоко ошибаться. Но на этом я хочу закончить. Не жалейте лайков. Пишите комментарии. Как видите, я для вас и обувь промочил, и руки обжег. Так что я не жалею себя, а вы не жалеете лайков и подписывайтесь на канал. С вами был Валдис. Вы были на канале Валдис Лайф. До новых встреч!